После трехдневного ожидания в Усть-Кут вылетел первый рейс. Еще около 150 пассажиров ждут своей очереди. Полеты приостановились 19 ноября из-за резкого понижения температуры воздуха и ливневого снега. В Усть-Куте все дни проводилась очистка взлетно-посадочной полосы от снега. Применяли тепловой метод удаления снежно-ледяных отложений. С учетом прогноза 22 ноября полеты возобновили. Размещением, оповещением, питанием пассажиров этих рейсов занимаются представители авиакомпаний «Ангара» и «Ирайра». В соответствии с федеральными авиационными правилами все пассажиры задержанных рейсов будут обеспечены напитками, горячим питанием и размещены в гостинице. Сколько рейсов сегодня отправится в Усть-Кут, сложно сказать, потому что это накопилась достаточно большая очередь из рейсов не только нашей авиакомпании –